Утро 1 сентября в гимназии Тарасовка началось чуть позже, чем в остальных школах. Среди почетных гостей праздника – глава района Сергей Гребенюченко. В график посещения руководителя гимназия включена не случайно. Уже который год учреждение входит в список 100 лучших школ Московской области. Одна из лучших школ в Пушкинском муниципальном районе, вы это знаете, она входит в сотню лучших в российских школ. Поэтому было принято решение приехать и поздравить учеников гимназии Тарасовка. Хороший день, прекрасная погода, замечательный праздник. День знаний. Какое может быть настроение и впечатление? Хорошее, конечно. Праздничную линейку провели на крыльце школы. В центре внимания первоклассники, в этом году их 42. Поздравления, запуск воздушных шаров, первый звонок и классический школьный вальс. Приверженность традициям – одна из визитных карточек гимназии. Всего в этот день школы Пушкинского района распахнули свои двери для 2000 первоклассников и 16 тысяч учеников среднего и старшего школьного возраста.